Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам, как я связала огромную и стильную сумку из рафии, вдохновившись дизайном от Yves Saint Laurent. Моя версия получилась не совсем копией. Она намного больше, идеально подходит для пляжных прогулок и вместит все, что нужно для отличного отдыха. Но есть одна деталь, которая меня не устраивает, и здесь мне нужен ваш совет. У оригинала сумка закрывается на крючок, прикрепленный к кожаному ремешку. Я такой ремешок делать не стала, и крючка у меня тоже нет, поэтому моя сумка никак не закрывается, и из-за этого некрасиво торчит край. Подскажите, что можно придумать, чтобы это исправить? Теперь про само видео. Сначала я расскажу про все необходимые инструменты и материалы и покажу вам, как вязала дно, потому что здесь я тоже немножко отошла от оригинала. Затем покажу, как соединяла ряды из столбиков с накидом, потому что 3 воздушных петли подъема я не делаю уже давно. Затем расскажу, как делала ажурный узор и как вязала сами ручки. Забегая вперед, скажу, что ручки здесь связаны не так просто, как кажется на первый взгляд. И, конечно же, покажу в итоге, как сшила эту ручку и сделала финишную обвязку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать вязание. Мне потребуется рафия. Сколько точно у меня уйдет рафии, я просто подпишу где-нибудь здесь. Для вязания рафии у меня это ISPE. Я беру крючок 3 мм. Сумку я буду делать в своих размерах и в своих пропорциях, которые нужны мне. Все, что я здесь могу разглядеть на фото, то, что донышко у этой сумки связано из центра в круговую. Но я так делать не хочу. Мне кажется, такое донышко не самое практичное в вязании. Я буду вязать донышко просто поворотными рядами и буду вязать его столбиками без накида. В оригинале здесь столбики с накидом, но опять-таки мне хочется более плотное донышко, чем в оригинале. Я примерно прикинула, мне нужно 64 воздушных петли для наборной цепочки. Покажу вам на маленьком образце, да? Раз. Ну, представьте, что здесь у меня 64 петли, на самом деле их сейчас 10. Итак, делаю петлю подъема на первый ряд, вкалываю крючок во второе звено от крючка, заднюю перемычку, вывожу петлю, делаю столбик без накида. 1, 2, 9 и в последнюю точку делаю 10-ю петлю. То есть число петель должно быть столько же. Число столбиков без накида должно быть равно числу петель в наборной цепочке. Я набирала 64 и делаю 64 петли для первого ряда. Да? Второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И вкалываю крючок под обе дужки последнего звена предыдущего ряда. И снова делаю ровно то число столбиков, которые я набирала в самом начале. То есть опять 64. И вот последний столбик, да, видите, он приходится тоже под косичку. Второй ряд. Ну и третий ряд все то же самое, да. То есть здесь получается, я делаю такой рифленый край, не гладкий. В принципе, если хотите, можете делать гладкий край, но мне больше нравится рифленый. Снова воздушная петля подъема и сразу же под обе дужки последнего звена. И снова ровно столько петель, сколько было набрано в самом начале. Для образца это будет опять 10. В готовом же изделии у меня это опять 64. И вот последняя точка, последнее звено тоже под обе дужки кромочной косички. И вот мое уже готовое донышко. Как я сказала, здесь будет такой рифленый край. Понизу у меня набрано 64 звена. Да? Следующий ряд 1 петля подъема и 64 столбика без накида. И таких рядов у меня 30. То есть здесь 15 пар, если считать двойками. Значит, это 30 рядов в высоту. Вот такое получается донышко. Размер этого донышка тоже будет на экране. Я его замерю и просто вставлю. После того, когда донышко будет готово, нужно сделать еще один ряд обвязки по периметру этого прямоугольника. Следующим образом.
Делаю снова воздушную петлю подъема, поворот и начинаю вязать обвязочный ряд, как обычно. Да? Сперва это будет снова 64 столбика без накида до первого угла. Вот до сюда. Я дохожу до первого уголка. Делаю 64-ю петлю. Одна сторона получается обвязана. И в эту же точку я делаю еще одну петлю. Это получается уголочек. В уголочек я делаю по 2 петли. И дальше перехожу на обвязку короткой стороны. Здесь я буду вкалывать крючок в каждый ряд за последнюю петлю. То есть делаю раз, делаю 2, 3. Стараюсь не мельчить в плане высоты столбика. 4, чтобы ничего не стянуть и не сплющить. 9. Видите, я вкалываю прямо за столбик. Его никак не раскалываю. 10. Он получается внутри вот этой вот обвязки. Здесь вот если встречаются такие хвостики, их сразу же ввязываю в ряд. Это у меня были хвостики от стыковки нитей. И так вяжу до второго угла. Вот что получается. Вот до этой точки вяжу. Дошла я до второго уголочка. Здесь у меня получилось 30 петель. Столько же, сколько и рядов. И перехожу на обвязку второй длинной стороны. Вставляю крючок под первую, получается, под первое наборное звено. И сюда я делаю снова 2. Раз. 2. 2 столбика уголочек. И дальше по одному столбику в каждое наборное звено этой стороны. И так я работаю до следующего угла. 63 петли провязала, вяжу 64-ю и в эту же точку делаю вторую петлю для уголочка и перехожу на обвязку последней короткой стороны. Здесь делаю все точно так же, вставляю крючок в каждый ряд за первое звено этого ряда. Раз, два, 3, 4 и вяжу так до вот этого угла. Довязала я до последнего угла. Здесь у меня тоже получается 30 петель. Вот эту первую из угла я не считаю. То есть именно вот по этой части 30 петель. Здесь уже вторую петлю не делаю для угла. Она была как бы подъемный в самом начале, и мне остается сделать только соединение этого ряда. Давайте сделаю вот такое соединение. Вкалываю крючок под, здесь аккуратнее, чтобы не порвать эту петлю. Вкалываю крючок с изнанки на лицо под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую петлю, вывожу ее на изнанку. Уменьшаю, так, подтягиваю. Вкалываю опять крючок в эту же петлю, вывожу еще одну, получаю 2 петли на крючке и делаю раз и делаю 2. Я как бы сделала первый подъемный столбик. Теперь, если мы пересчитаем все вот эти косички, в том числе косичку под подъемным столбиком, то их должно быть 190 косичек по периметру
И 91-е это соединение. Этот ряд следующий я вяжу просто столбики без столбики с накидом, по одному столбику с накидом в каждое звено. Первый был подъемный, вы видели, как я его сделала, да? Я не делаю в начале 3 воздушных петли для подъема, я делаю вот такой вот столбик, который очень похож на все остальные столбики. Итого должно получиться, включая первый подъемный, 191 столбик с накидом. И в конце тоже сделаю соединение. Довязала этот ряд до конца. Здесь остается сделать последний столбик прям в соединение предыдущего ряда. Аккуратнее надо, чтобы не порвать ниточку. Все-таки рафия достаточно хрупкая. И дальше нужно сделать соединение этого ряда. Я решила, что буду делать узелковое соединение и стараться не сместить начальный столбик ни на шаг вперед, ни на шаг назад, потому что если он будет уходить, то соединение станет заметно. Да? Снова вставляю крючок с изнанки на лицо. Я вставляю, смотрите, под шапочку вот этого столбика. То есть вот это часть первого подъемного столбика. Ее не трогаю. Вот вставляю под шапочку первого. Вывожу опять вот эту петлю рабочую на изнанку. И здесь я делаю ее побольше. Беру клубок и вставляю клубок в эту петлю. И затягиваю. Буду делать узелковое соединение. В принципе, если оно вам не нравится, делайте любое. Главное затем начать ряд так, чтобы начальный столбик был над начальным столбиком. И главное еще и сделать первый начальный столбик таким, чтобы он был похож на все остальные столбики с накидом. Потому что 3 воздушных петли я давным-давно не делаю. Мне кажется, это уже не актуально. Да? Вот он был, первый начальный столбик. Я вот так вот подтягиваю соединение. Вот такая должна получиться конструкция. Делаю накид на крючке рабочей ниткой и вставляю крючок. Здесь опять-таки аккуратнее, рафию легко можно порвать крючком. Вставляю крючок. Погодите. Еще разочек. Делаю накид и вставляю вот. Вот так вставляю. Вывожу петлю. Вот у меня получается накид, петля. Их провязываю вместе, ну как будто бы у меня это столбик с накидом. И добавляю еще одну петлю, это завершающий элемент столбика с накидом. И дальше снова по одному обычному столбику с накидом в каждое звено предыдущего ряда. Напоминаю, у меня 91 петля в периметре, включая первую подъемную. И работаю так несколько рядов. Провязала я несколько рядов просто столбиками с накидом. Вот смотрите, как получается место стыка. Ну, немножко оно заметно. Давайте еще раз повторю, как сделать соединение. Итак, вставляю крючок. Вот она, первая горизонтальная петля. Вот первый подъемный столбик. Вот второй. И между ними есть первая горизонтальная петля. Вывожу рабочую петлю на изнанку, вытаскиваю ее побольше и вставляю моток в эту петлю. Так. И затягиваю. Затягиваю раз и затягиваю два. Вот так вот, чтобы получилась вот такая вот петля. И следующий столбик я начинаю делать тоже в это соединение. Сначала делаю накид, затем вставляю крючок под соединение, не под следующую петлю. Вывожу одну петлю, на крючке 2 петли, раз, два. Их провязываю вместе и делаю еще одну воздушную петлю. Вот он получается. Первый подъемный столбик для столбиков с накидом. И продолжаю вязать таким образом все ряды. Сейчас у меня связано, если посчитать, вот смотрите,
Обвязка закончилась, донышко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 рядов. И если обратиться к картинке, изображенной на этой сумке, я, конечно, не вяжу петля в петлю, но тут дальше идет узор. И вот именно с этого ряда я и хочу начать делать этот узор. Дальше по периметру сумки делается разметка. У меня в круге получается 191 петля. И здесь прям идеальная симметричная разметка не получится. Я вам просто вставлю графику, как я разметила эти петли. Для чего вообще нужна эта разметка маркерами? Вот, допустим, у меня короткая сторона. И между вот этими двумя маркерами будет узор, который изображен на фото оригинальной сумочки. Да? Дальше будет прямая часть обыкновенными столбиками с накидом. Дальше длинная сторона. И здесь вот у меня опять два маркера. И здесь опять будет узор. Ну, я думаю, это понятно и очевидно. Для узора нужно число петель кратное 3 плюс 2 петли. То есть вот здесь по короткой стороне у меня между маркерами 20 петель. По длинной стороне у меня между маркерами 41 петля. Соответственно, опять короткая сторона, здесь 20 петель. И здесь вот снова по второй длинной стороне снова 41 петля между маркерами. А на угловых участках у меня получается в одном месте 16 петель, а во всех остальных по 15 петель. Ну, в принципе, вот она и схема разметки маркерами. Итак, начинаю новый ряд. Это получается 12 ряд стеночек. И вяжу до первого маркера, включая первый маркер, обыкновенными столбиками с накидом, а после маркера начну делать узор. То есть сам маркер будет относиться еще к петлям, которые вяжутся обыкновенными столбиками с накидом. Вот так. Дохожу до первого маркера. Давайте я его сниму и поставлю так, чтобы он не мешал мне провязывать эту петлю. То есть вот так зацеплю. Его тоже провязываю еще столбиком с накидом обычным. И вот дальше начинаю делать узор. И дальше после маркера начинается участок, где идет узор. Узор этот кратен 3 петлям плюс 2 петли симметрии. Все очень традиционно. Итак, как он делается? Тоже делаю накид. Вставляю крючок в следующее звено. Одно пропускаю вот так. И провязываю столбик с накидом. Здесь будут скрещенные столбики с накидом. То есть крестики из них, да? Дальше снова делаю накид и вставляю крючок в пропущенную петлю. Вот так. Вывожу петлю. Получается снова у меня 3 петли на крючке. И я завершаю столбик с накидом. Раз, два. И вот получился такой скрещенный столбик с накидом. То есть два даже скрещенных, да, крестик. И заканчиваю раппорт воздушную. И снова повторяю это снова и снова. Делаю накид. Здесь уже отступаю 2 петли. Одна приходится на воздушную, другая на следующую. И в третью петлю вкалываю крючок и делаю столбик с накидом. Дальше снова делаю накид. Возвращаю крючок на шаг назад. Подхватываю рабочую петлю и доделываю столбик с накидом. Мне показался такой способ, ну, как бы красивее делать как бы один столбик в другом, чем вот их перекрещивать. Там как-то они топорщатся. Мне не понравилось. Заканчиваю раппорт воздушной петлей. И снова накид. Две петли отступаю. Раз, два, в третью вкалываю крючок. Делаю столбик с накидом. Делаю столбик с накидом в предыдущий ряд. И завершаю раппорт воздушной петлей. Вяжу этот мотив до следующего маркера. Маркер в мотив не входит. Дохожу я до второго маркера, и если здесь все делать правильно, то закончится этот раппорт просто двумя столбиками с накидом, скрещенными, да, не воздушной петлей. Делаю один и делаю второй. И дальше начинается участок, это угловой участок, и углы будут вязаться просто по одному столбику с накидом в каждую точку. И таким образом я чередую участок узора, угловой участок,
участок узора, угловой участок. Ну, так, как это на референсе. Работаю так до конца ряда, в конце ряда опять делаю бесшовное соединение. Закончила я этот ряд, и следующий ряд после ажурного будет просто столбики без накида. Поэтому здесь сделаю немного другое соединение. Снова вставляю крючок под первую горизонтальную петлю между подъемным и следующим столбиком. Вывожу рабочую петлю на изнанку, вот так. Вставляю крючок вот в это пространство под соединение и в рабочую петлю с изнаночной стороны. Затягиваю, чтобы уменьшить эту петлю. Делаю петлю подъема, которая имитирует первый столбик без накида на следующий ряд. И я вяжу в этом ряду по одному столбику без накида в каждую точку. То есть раппорт этого узора в высоту будет такой, да? Ряд вот этих вот ажурных скрещенных столбиков с накидом, ряд обычных столбиков без накида. Вот над воздушными петлями тоже провязываю обычный столбик без накида и чередую эти два ряда. Дохожу я до ажурного мотива и здесь вяжу в каждую точку точно так же по одному столбику без накида. Здесь нужно следить за тем, чтобы не забыть делать вот эти воздушные петли в предыдущем ряду. Не забыть провязывать над ними столбик без накида, для того, чтобы число петель в ряду не увеличилось, не уменьшилось, а все время сохранялось. Иначе сумка как бы будет не очень ровной. И так работаю до конца этого ряда. Дохожу до участка, где начинается мотив. И здесь тоже вяжу в каждую точку самый обычный столбик без накида. Да, вот здесь, где воздушная петля была предыдущего ряда, под нее вставляю крючок и провязываю тоже обычный столбик без накида. Здесь слежу за тем, чтобы число столбиков не изменилось ни в предыдущем ряду, ни в этом, чтобы оно было постоянно. Напоминаю, у меня 191 петля в круге, и этого значения я придерживаюсь на протяжении всего вязания. Итак, повторяю, чередовать эти два ряда, ажурный ряд и ряд из обычных столбиков без накида на нужную высоту. До конца ряда из столбиков без накида здесь делаю то же самое узелковое соединение, которое я делала до этого, потому что дальше будет ряд опять столбиков без накида. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, вывожу петлю на изнаночную сторону, делаю ее побольше и вставляю бобину в эту петлю, да, и дальше затягиваю. Сегодня длинная нитка. Затягиваю этот узел. Так. Затягиваю. И дальше опять начинаю ряд из столбиков с накидом. Да? Делаю сначала рабочей ниткой накид, затем вкалываю крючок под соединение. Вывожу петлю, две петли на крючке провязываю вместе и завершаю подъемный столбик еще одной петлей. И точно так же в каждую точку я вяжу по столбику с накидом до первого маркера. Дохожу до первого маркера, вот будет эта петля, маркированную петлю все еще провязываю столбиком с накидом, а дальше начинаю вот этот узор. Так, и теперь узор. То же самое. Делаю сначала накид, затем вкалываю крючок через одну петлю. Делаю столбик с накидом. Снова делаю накид. И теперь возвращаю крючок в предыдущую петлю. Доделываю столбик с накидом. Так, здесь у меня какой-то узел образовался. Доделываю столбик с накидом. И не забываю про воздушную петлю в раппорте. Снова, ну здесь уже видно, где будет этот мотив делался, да, один, вот этот вот скрещенный из двух столбиков с накидом элемент делается точно над другим, не в шахматном порядке. Снова делаю накид, вкалываю крючок вот в эту точку, делаю столбик с накидом и делаю столбик с накидом в предыдущую точку.
И не забываю про воздушную петлю. Так, я вяжу до маркера, да? И дальше начинаю чередовать эти участки. Участок из обычных столбиков с накидом и вот этот вот ажурный мотив. Связала я вот этим вот ажурным узором высоту. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 рядов, да? Это получается 13 мотивов. Всего 26 рядов, потому что здесь один ряд в дырочку, один ряд просто столбики без накида. И дальше я буду делать ручки. В референсе там ручки начинаются на боковушке, и они как бы занимают ширину вот этого ажурного узора на ручке. Сейчас я вам покажу другую сторону. То есть вот я просто маркерами. Вот маркерами я разметила, где у меня кончается ажурный узор и где он начинается. Теперь про саму ручку. С одной стороны я ее уже связала. Я вам расскажу на примере другой стороны, как вязать эту ручку. И затем мы вот так вот сошьем по центру эти две половинки. Как связана ручка в оригинале, я вам честно не скажу. Потому что, ну, во-первых, я не могу сходить в магазин посмотреть эту сумку, да? У нас нет таких магазинов. И я не очень хорошо вижу это по картинке. Единственное, что я вижу, что там в ручке вот эти вот ряды, которые ажурные и из столбиков без накида, они тоже связаны лицевыми, хотя идет поворотное вязание. Здесь вариантов несколько. Я попробовала их все. Сначала я попробовала вариант делать возвратные поворотные ряды и прокладывать эту нитку внутри ряда. Но здесь получилась некрасивость. И некрасивость вышла именно вот в этом вот ажурном ряду. Здесь нитка, которая прокладывается внутри ряда, из-за того, что ряд ажурный, она получилась видна. И стало это некрасиво. В следующем ряду эту нитку можно скрыть идеально в вязаном ряду, потому что этот ряд сплошной. Но все равно как бы это уже не то, да? Не так, как в оригинале. Следующий вариант был с отрезом нити. Его я тоже испробовала, но здесь у меня получилось так, что тот край, где нитка отрезается, он у меня получился более рыхлый, и он длиннее. То есть получилась ручка не прямоугольником, а трапецией. От этого варианта я тоже отказалась. И теперь я вам предложу вариант, который я выбрала для себя. Возможно, в оригинале он не такой, скорее всего, он не такой. Скорее всего, в оригинале связано все-таки с отрывом нити, потому что, знаете ли, бренды любят так пристраивать свои остатки пряжи и делать какую-нибудь ерунду с отрывом нити из вот таких вот клочков пряжи. Мы будем вязать поворотными рядами, но следующим образом. Итак, делаю первый ряд. Я беру новую нить, беру крючок, размечаю маркерами вот этот участок, как раз где у меня начинается вот этот ажурный узор. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вот этих рапортов. И начинаю делать первую подъемную петлю. Первый подъемный волшебный столбик с накидом. Делаю раз. Затем я его вот так вот скручиваю. Провязываю и провязываю еще раз. Ну, вот, допустим, это будет первый подъемный столбик с накидом. В следующую точку я делаю второй обычный столбик с накидом. И здесь ниточку я ввязываю в ряд. Дальше воздушная петля. Дальше опять накид. И в следующую точку одну петлю пропускаю. Это воздушная петля. Следующую пропускаю и через одну вкалываю крючок. И начинаю делать этот раппорт из скрещенных столбиков с накидом. Снова делаю накид и возвращаюсь на шаг назад. Вот. И повторяю так до конца этого участка. Воздушная петля. Раз, два. Даже не так. Раз, два. Вот она, третья. В нее вкалываю. Делаю раз. И возвращаюсь на шаг назад. Делаю два. Воздушная петля. И снова. Один столбик. Но здесь точно такой же узор, которым я вязала основу этой сумки. Все то же самое. Так. Так. И снова воздушная петля. Предпоследний раппорт. Точнее, раппорт-то последний, но еще ручка не закончилась. Так, воздушная петля. И вот теперь остается
сделать вот над этими вот столбиками. Здесь я делаю обычные столбики с накидом, то есть заканчиваю двумя столбиками с накидом. Все, ажурный ряд для ручки готов. И дальше буду делать поворотный ряд из столбиков без накида. Но вязать я его буду не левой рукой. Можете вязать левой рукой, если вы умеете вязать и правой, и левой рукой. Я буду вязать также правой рукой в противоположную сторону. Но буду делать изнаночные столбики с накидом. Изнаночные столбики без накида, естественно. Делаю воздушную петлю подъема и поворачиваю изделие вот так, чтобы петля подъема ко мне смотрела изнаночной стороной, а лицом туда, где моя лицевая сторона. И дальше завожу крючок вот так в последнее звено предыдущего ряда. Подхватываю крючком нитку, как будто бы я вяжу спицами изнаночные петли. И делаю столбик без накида. И снова завожу с изнанки на лицо. Вот так вот обвиваю крючком и делаю столбик без накида. Теперь под арку. Здесь получится ряд такой. Воздушная петля подъема. И дальше все петли это столбики без накида. То есть, если мы предыдущий ряд столбиков с накидом вязали без вообще без петель подъема, да, там был волшебный столбик, то здесь будет воздушная петля подъема. И так я делаю до конца ряда. Я вам посчитаю, сколько здесь столбиков без накида, и просто подпишу на экране эту информацию. Последние две петли. Раз. И вот последний столбик без накида в этом ряду, он идет по две вот этих вот дольки кромочной косички самого первого волшебного подъемного столбика. И снова делаю столбик без накида. И вот смотрите, как этот ряд будет смотреться по лицевой стороне. Вот. Да. Здесь мы видим, что эти столбики без накида, они смотрят немножко вправо. То есть вот здесь, видите, они были лицевыми, и они у меня, ну, наверное, прямые. А может быть, смотрят чуть-чуть влево. Здесь же они изнаночные, и они смотрят вправо. Но мне кажется, это меньшее зло, так и пряжу не надо разрезать. И при этом получается равномерный край, что с одного края, что с другого. И, в принципе, на скорость вязания такая техника тоже не влияет. И выглядит вот достаточно неплохо. Видите, сливается со всем другим вязанием, да? Мне кажется, такой вариант намного лучше, чем в оригинале. Если вы не хотите делать эти изнаночные столбики без накида, но вяжите лицевыми. Ну, просто здесь у вас пойдет узор немножко по-другому. Об этом будем знать только мы с вами. Если честно, никто никогда в жизни не догадается. И дальше снова у меня идет ажурный ряд. Вытаскиваю петлю на высоту столбика с накидом. Делаю виток, вкалываю крючок в кромочную. Вывожу и делаю волшебный столбик. Один. Опять. Обычный столбик с накидом 2. И начинается раппорт. Воздушная петля из 2 скрещенных столбика с накидом. То есть вот этот вот крестик делаю. Раз. И на шаг назад 2. В общем, этот ряд абсолютно идентичен будет первому ряду ручки. Снова воздушная петля. Снова на шаг вперед. На шаг назад. Снова воздушная петля. Работаю так до конца этого ряда. И последние петли в этом ряду. Здесь не скрещенные, но тоже столбики с накидом. 2 последних раз. И вот смотрите, куда делается последний. Вот так он делается. Тоже под 2 дольки последней косички. И 2. И вот получается еще один ряд готов. И следующий ряд опять будет из изнаночных столбиков без накида. Снова воздушная петля подъема, поворот, вот так именно, никак иначе. Да, видите, петля тогда становится лицом туда, изнанкой наизнанку. И начинаю под первую петлю делать эти изнаночные столбики без накида. Здесь, если вы вяжете спицами, то для вас будет это привычное движение. Скорее всего, если вы, допустим, ну, не знакомы с вязанием спицами, и, допустим, вы не знаете разницу между бабушкиными
спицами и классическими, то я вам скажу, здесь мы вяжем классическими изнаночными петлями. То есть бабушкина петля делается вот так. Так нам не надо. У нас получится так крестик. Нам надо вот так. И это тоже принципиальный момент. Запомните его, что именно в этом ряду мы делаем вот такое обвитие. Иначе у нас будет крестик на лице, и он выбьется из узора. Работаю так до конца ряда. И еще одно небольшое уточнение. Надеюсь, вы обратили внимание, что в ряду, где делаются столбики без накида, мы делаем петлю подъема, да? Вот она. А в ряду, где делается ажур, мы не делаем петли подъема. Да, здесь нет трех петель подъема, здесь сразу идет волшебный столбик. И в принципе все выглядит достаточно аккуратно, достаточно красиво. Вот она, петля подъема. Когда мы совершим обвязку этой сумки целиком по периметру, здесь все как бы сойдется, все сольется, все будет выглядеть абсолютно идентично. Вот, я закончила вязать ручку. Здесь у меня по ручке получилось 19 отверстий, то есть это получается 19 раппортов в высоту я связала. И дальше мне нужно сделать обвязку этой ручки по периметру, для того чтобы, во-первых, спрятать все вот эти вот всякие хвостики, и для того чтобы просто край был ровным и красивым. Итак, сам край ручки я начну обвязывать соединительными петлями. Немножко вытаскиваю петлю, завожу крючок под первую и делаю первую как бы петлю. В следующую точку вкалываю под обе дужки, делаю еще одну петлю. И я обвязываю вот этот вот короткий край ручки соединительными петлями. Вот так. Так будет, на мой взгляд, эстетичнее, если край будет обвязан соединительными петлями. За этот край я потом сошью эти ручки между собой по центру, чтобы получить уже одну большую готовую ручку. Вяжу так до конца ряда. Последнюю точку делаю соединительную петлю и перехожу сразу же на обвязку уже длинного края ручки. Здесь вкалываю, получается, в ту же самую точку крючок и делаю уже столбик без накида. Дальше у меня идет ряд из столбиков с накидом. Опять в край делаю раз и делаю два. То есть делаю два столбика без накида в край. Дальше идет ряд из столбиков без накида. Тоже в край. И здесь один. То есть там, где длинный ряд, я обвязываю. Даже, наверное, вот так буду обвязывать. Там, где длинный ряд, я обвязываю двумя столбиками без накида. Там, где короткий ряд, обвязываю одним. И работаю так по периметру, пока ручка не закончится. Дохожу до того места, где ручка переходит в сумку, остается последний ряд. Здесь я его обвязываю так. Делаю столбик без накида. Дальше делаю столбик с накидом, но я его не довязываю до конца. И в следующую точку, вот сюда, в основание, я делаю снова, смотрите, столбик с накидом, ну как бы это получается полустолбик с накидом, вывожу у него петлю и эту петлю протягиваю через те две, которые были на крючке. И дальше продолжаю обвязывать сумку самыми обычными столбиками без накида по периметру. Такой элемент я делаю, чтобы уголочек просто был плавный, а не жесткий. Вот видите, так ручка сумки плавно вливается в тело. Все ниточки, которые будут встречаться у меня на пути, я не забываю ввязывать тут же в вязание. Вот это был хвостик от основного вязания. Здесь ввязываю его в ряд, так чтобы ничего не было
замета. И, в общем, обвязываю всю эту ручку по периметру. Периметр здесь получается такой. Одна ручка, затем тело сумки, затем вторая ручка, затем опять тело сумки. Затем я вернусь в самое начало своей первой ручки. У второй ручки вот этот короткий край точно так же обвязываю не столбиками без накида, а соединительными петлями. Вот, обе ручки я обвязала как бы единым кругом, если можно так сказать. Здесь вот в конце оставляю длинную нитку, заправляю ее в иголку и вывожу в последнюю петлю. Делаю сцепление, да, соединение ряда. Здесь, конечно, нужно аккуратнее делать. У меня все-таки иголка островата, она для шерсти. Не знаю, есть ли иголки для рафии, но рафию такая иголка легко проткнет и сделает в ней дырку. Поэтому просто работайте аккуратнее. И увожу в последний столбик. Длинный хвостик нужен для того, чтобы дальше сшить петля в петлю вот эти вот две ручки между собой. Я сначала соединила маркерами две детали и посчитала у меня с маркерами по одной стороне 20 петель, по другой стороне тоже 20 петель, чтобы как бы все было ровно, чтобы нигде не запутаться. И начинаю сначала вот подхватываю петлю перед маркером на одной части сумки, вытаскиваю, подтягиваю. Теперь завожу иголку петлю с маркером. Давайте я его уже сниму. В принципе, все видно и так. Завожу петлю, завожу иголку в следующую петлю и в следующую петлю на другой половинке. Теперь в следующую так. А здесь в эту же все хорошо подтягиваю, чтобы было прочно. И в следующую. Теперь опять в эту же. Ну, то есть делаю обычный трикотажный шов, но по закрытым петлям. Это достаточно прочный, достаточно красивый, незаметный шов. И в следующую. В эту же, которую уже прошивали, в следующую, опять в эту же, которую уже прошивали, и в следующую. Опять. В эту же, которую прошивали, и в следующую. Ну вот, уже видно, да? Видите, вот он прошитый вариант, петля становится к петле, и здесь, в принципе, довольно все прочно, да? Ничего никуда никогда не порвется. Работаю так до конца ручки. Вот такой изящный шов получается в итоге. Это лицевая сторона. Видите, здесь две косички встают просто плотно друг к другу, стык в стык. И вот изнаночная сторона. Если хотите, если вам кажется, что еще не, что как-то непрочно, можно еще по этой стороне пройтись просто швом через край. Но мне кажется, и так уже достаточно все плотно, прочно, ничего никуда не разойдется. Все хвостики я забрала, сумку сделала и показываю вам готовый вариант. Thank you.